Кугейсах прошел заключительный этап 4-й спартакиады работников государственных учреждений культуры и искусства Чувашии. Их настрой не изменила даже погода. Дождь не помешал участникам выложиться по полной программе. Эстафета по плаванию, легкая атлетика и прыжки в длину с места. Около 250 сотрудников из 26 учреждений культуры боролись за главный приз – Кубок спартакиады. По итогам соревнований бронзу завоевал Чувашский государственный институт культуры и искусства. Серебро досталось сотрудникам Министерства культуры Чувашии. А победителем спартакиады уже второй год подряд стала команда Чувашского государственного драматического театра имени Иванова. На самом деле они молодцы. Поэтому так держали, как и на следующий год мы не отдавали. Держите. Но мы будем бороться. Так и держать.